Эфир телекомпании «ТВ-сфера» продолжают городские новости. Здравствуйте, в студии Ольга Авилкина. Вчера главы Донецкой и Луганской народных республик сделали совместное заявление, в котором были изложены позиции Донецка и Луганска после состоявшейся недавно встречи глав Нормандской четверки. Денис Пушилин и Леонид Пасечник подтвердили безальтернативность Минских соглашений, подвергли резкой критике действия украинского руководства и высказали свою приверженность политике интеграции ЛНР и ДНР с Российской Федерацией. После встречи Нормандской четверки мы в очередной раз убедились в том, кто наш друг, а кто наш враг. Мы никогда не сойдем с этого пути, который народ Донбасса еще в 2014 году практически единогласно выбрал в ходе референдума. Мы хотим идти в одном направлении с Россией. И мы будем планомерно реализовывать это устремление вне зависимости от мнения Киева по этому поводу. Хочу озвучить один из ключевых пунктов позиции Донецкой Народной Республики. Интеграция с Россией уже запущена, и мы не остановим ее ни при каких условиях. От имени Луганской Народной Республики хочу сказать, что наши позиции полностью совпадают. Мы также выступаем за необходимость соблюдения Минских соглашений, решений нормандского формата и обязательного согласования с представителями обеих республик всех аспектов наступления мира. При этом мы считаем, что интеграция с Российской Федерацией абсолютно не противоречит Минским договоренностям, и мы будем ее осуществлять без оглядки на то, согласен ли с этим Зеленский и его западные партнеры или нет. Сегодня глава ДНР Денис Пушилин сделал еще одно важное заявление. Речь в нем идет о повышении в январе 2020 года пенсии всем категориям пенсионеров и зарплат работникам бюджетной сферы. В республике продолжается расширение сектора экономики, появляются новые рынки сбыта продукции, увеличиваются, соответственно, поступления в бюджет. И благодаря этому с января 2020 года на 26% увеличиваются должностные оклады труженикам бюджетной сферы, в том числе учителям, медикам и социальным работникам. Кроме того, будет повышен размер пенсии на 20% каждому пенсионеру. Это будет уже пятое повышение в республике, что, считаю, является достижением, исходя из того, что у нас война, блокада и непризнанность. На этом этапе повышение пенсии будет одинаковым для всех. И если, к примеру, человек получал 4000 рублей, то с 1 января 2020 года его пенсионная выплата будет составлять 4800 рублей. Напомню, что в 2015 году минимальная пенсионная выплата составляла порядка 1900 рублей. То есть за 5 лет нам удалось увеличить пенсии более чем в 2 раза. Также в разных объемах запланировано увеличение социальных выплат и пособий. С каждым днем в Харцизке наблюдается все больше признаков приближающегося любимого праздника. На площадке перед городским дворцом культуры в минувшие выходные был установлен главный символ Нового года. А уже сегодня специалисты коммунального предприятия «Харцизкгорсвет» приступили к украшению 12-метровой искусственной елки. Вот уже 9-й год подряд на площадке перед Харцизским ДК специалисты горсвета собирают из искусственных еловых лап зеленую и стройную лесную красавицу, никогда, впрочем, не видевшую леса. Люлька автовышки сегодня сама выглядела словно новогодний арт-объект. Правда, недолго. Минута-другая, и грозди из елочных шаров отправляются по месту назначения. Вчера мы приступили к гирляндам. Сегодня монтаж продолжается, игрушки, подключение гирлянд. Ну, одна гирлянда еще не исправна, но пообещали, что отремонтируют и привезут в ближайшее время. Работа, в принципе, несложная, потому что уже 9-й год елки. Работа несложная, но ответственная. За время праздников у главной городской елки будут встречаться, веселиться и фотографироваться сотни харцизян и гостей города. В этом году объектов для фотосессий будет больше. Для украшения праздничной площадки от предприятия «Донбасс Либерти» горсвет получил фигурки оленей и медведей. Олени пока не исправны, нет материалов их отремонтировать. А медведей вот здесь будем ставить, и еще получили деревья в виде сакуры. Значит, тут тоже здесь они будут установлены.
Новогодняя атмосфера все плотнее окутывает и Харциск, и его окрестности. На Руси Силур ставит елку, они поставили сейчас металлоконструкцию, сейчас ждут елки. Как будут елки, после этого мы приступим к монтажу, опять-таки, освещения, гирлянд и украшению игрушками. В Зуевке елка уже наряжена и подключена. А в Зугрессе еще планируется закончить на этой неделе. У нас есть своя иллюминация, значит, поскольку у нас не охвачен поселок Горный остался, что-то будет обязательно, потому что нельзя оставить поселок без елки. Электромонтер Горсвета Николай Васильев сегодня именинник, и его день рождения проходит буквально на высоте. Оценивать красоту главной харцистской елки пока рано. Еще сегодня утром большие шары для нее лежали на витрине магазина. Так что совсем скоро главному городскому символу Нового года добавят шарма. Подопечные Харцистского территориального центра осваивают новую танцевальную фитнес-программу на основе латиноамериканских ритмов. По мнению специалистов, зумба, так называется спортивный танец, удачно сочетает в себе простоту хореографии и эффективную тренировку всего тела. Подробнее о новомодном движении в терцентре далее в сюжете. «Танцуй, пока молодой». Скажете, девиз не для них, и ошибетесь. Эти танцоры возраста не чувствуют. Подопечные Харцистского территориального центра уже разучили вальс, кадриль, танго, и вот теперь осваивают новомодную зумбу. Дословно это слово переводится как «жужжать». Преимущество зумбы в том, что во время ее исполнения задействованы все группы мышц. А еще эта фитнес-программа улучшает настроение, стимулирует кровообращение и тренирует сердечно-сосудистую систему. Наши люди очень активны, с активной жизненной позицией, поэтому, естественно, хочется что-то новенькое, что-то интересное для наших подопечных сделать. Поэтому месяца полтора назад, как у нас стали работать такие занятия, как зумба для пожилых людей. Хочу сказать, внедрение вызвало массу откликов положительных от наших подопечных. Наши люди согласились, им очень нравится. Зумба проходит раз в неделю пока, потому что у нас еще есть некоторые виды танцев. Поэтому в среду утром в 9 часов проходит такое замечательное занятие. Как пояснила Наталья Потютько, фитнес-инструктором выступила одна из подопечных терцентра Наталья Бреева. Несмотря на почтенный возраст, Наталья Валентиновна очень любит танцевать, она и уговорила своих подруг на эксперимент с зумбой. Теперь эта спортивная компания готова всем желающим дать мастер-класс и доказать на своем примере, что пенсия – это вовсе не повод усаживаться на лавочку и убивать время обсуждением своих болячек. Движение – жизнь. После 40 минут латиноамериканской зумбы у танцоров небольшой перерыв и новый урок. Далее в расписании – восточные танцы. Это все новости на сегодня. Болеем за наших и до встречи на канале ТВ-Сфера. Декабря 1918 года в семье деревенского столяра родился поэт Николай Иванович Тряпкин. Окончил школу, историко-архивный институт и стал работать счетоводом на северных окраинах России. О крестьянском своем происхождении никогда не забывал и вносил в свою поэзию ритмику и стиль народной русской песни, впрочем, не сильно выходя за рамки социалистического реализма. «Не забуду тебя, о страна моя первых рассветов, с проводами в соломе и с первой антенной вверху, и могу повторить перед нашей властью советов, что я сверстник ее, и вся песня моя на духу». Не чужд был Николай Иванович и философских изысканий в стиле экклезиаста и бодрых произведений на кавалеристско-погодную тему. «Ах, не верьте баяну поэту, ничего здесь военного нету. Это просто над степью Донецкой свистнул север в кулак молодецкий, и в степи через все перегоны поскакали его эскадроны». Свистнуть-то он свистнул, да вот только 19 декабря северо-западный ветер в нашем регионе несет теплый воздух восточного Средиземноморья, пробираясь к нам по широкой дуге через пол Европы.
Днем переменная облачность, температура воздуха 6 градусов, северо-западный ветер 6-9 метров в секунду. Ночью облачно, температура воздуха +1, ветер северо-западный 5-8 метров в секунду.